Как вы можете быть уверены в том, что ваша политика не побудит арабов начать гражданскую войну с евреями? Потому что нет заповеди любить врагов. О чем вы вообще говорите? Что это за сравнение? Мы знаем, что это еврейский закон, и если мы ему следуем, Бог нам поможет. Но если будет гражданская война, и евреи начнут умирать, то нет ничего хуже. Нет ничего хуже. Мне непросто это говорить. Это причиняет мне боль, потому что я знаю, если еврейский народ не последует Торе, то в Израиле разразится трагедия. Поэтому, с одной стороны, мне не нужна гражданская война. С другой стороны, если мы будем продолжать идти по этому пути, я не хочу даже думать, что произойдет. Всемогущий не собирается сидеть без дела. Он не Дед Мороз, который всех любит и раздает подарки. Всемогущий ревнивый и карающий Бог.